безопасности спокойно. Говорили на заседании Объединенной контрольной комиссии. В докладе Объединенного командования сообщили, 15 мая в Парканах местный житель во время прогулки у Днестра обнаружил минометную мину со взрывателем времен Великой Отечественной войны. А через несколько дней житель молдавского села Шерпены на своем участке выкорчевывал дерево и нашел 4 152-миллиметровых осколочных снаряда, тоже времен Великой Отечественной. Все опасные находки вывезли и обезвредили. Мы видим, что работа саперов, миротворцев, правоохранителей в этой части была достойна с точки зрения оцепления, непосредственно вывоза за пределы зоны безопасности, уничтожения данных боеприпасов. Естественно, это минимизировало опасность нахождения их на этой территории. Еще в соседней стране только завершились совместные учения Молдовы и США. В них принимали участие сотни солдат. И снова начались учения уже резервистов. К тому же с мая по трассам Молдовы ездит военная техника. Из-за ремонта в воинских частях, объясняют Минобороны Молдовы. По крайней мере, это официальная версия. Те процессы, которые сегодня идут в Республике Молдова с точки зрения оснащения вооружением, проведения соответствующих учений, с мобилизацией населения и так далее, не могут не вызывать у Приднестровья определенной озабоченности. Проводить учения вблизи зоны безопасности, тем самым создавая определенную напряженность. Люди если не слепые, все прекрасно видят. В том же аэропорту, где эта техника идет, в тех же бульбоках, где идет стрельба, мы слышим в городах Григориополь, в городе Бендеры. Все это отражается на действующей составной части сегодняшнего проживания людей в зоне безопасности. Еще раз призываем молдавскую сторону в этой части быть достаточно корректными с точки зрения отношения и к населению, и к тем процессам, которые происходят. Следующее заседание Объединенной контрольной комиссии пройдет через неделю.